На пасеке выходной. Ну, вернее, не выходной, мы там поработали. Всем привет. Сегодня решили пройти по лесу. Правда, жарковато. Хочется попрохладней. Но, с другой стороны, грибы появились. По болоту надо пройти немножко. Главное, не провалиться. Ну, зато природа. Красота. А это наша дорожка. Ничего не попишешь. Хочешь, чтобы народу было поменьше, ходи подальше. Ну что, такие лисички уже можно собирать. Ну, хорошая. Так что на жареху сегодня, я думаю, наберем. Вот беленькие попались. О! Ну, это сейчас обязательно наступит, гад. Да я... Баксик, давай, ищи лисички. Лисички, ищи. Ищи лисички. Лисички, ищи. Вся дорога в лисичках. Класс. Ну и всем надо понимать, что должна быть грань. Что с этим теперь делать-то? Шикарная была шляпочка, ножка была целенькая, ни одной черветочинки, и вот такая шляпка у белого, ну прям вообще жалость жалкая. Так, и еще раз о жадности. А может, нам столько и не надо, там уже у нас жарится, здесь мы доделываем целая раковина.